Девчата, посмотрите, какую вкусняшечку сегодня себе на обед решила приготовить. Замороженные овощи, брюссельская капусточка, фасоль стручковая, цветная капуста, помидорки, немного шампиньонов и кусочек курочки. Это у меня бедро куриное. Масла здесь нет. Овощи замороженные в духовке дадут водичку. Курочка тоже соки свои отдаст. Единственное, я этим соусом полила, вот этим терияки соевым. Господи, слово забыла, простите. Но вообще, смотрите, как красиво получается, да? Такое яркое, сочное, нарядное. Как раз вот то самое, чего нам не хватает сейчас зимой. Вот этих вот ярких, приярких красок. Красотища. Сейчас это все буду в духовку отправлять. И я еще заморозила, что у меня сегодня с мыслями? Замочила листы пекинской капусты, я вот так всегда это делаю, делю на листочки и замачиваю в холодной воде. Когда они в холодной воде полежат, напитаются водичкой, и они становятся такими хрустящими-хрустящими и сочными-сочными, очень вкусные. И я потом сделаю себе салатик вот из этих вот листьев пекинской капусты, и у меня будет сельдерей, и у меня будет красный перец болгарский, один перчик болгарский. И все это я заправлю льняным маслом, которое вы мне посоветовали. Я прям влюбилась в это масло. Кто еще не пробовал, девчат, прям рекомендую. Замечательный продукт. С удовольствием его использую. Наверное, вот сейчас у меня уже заканчивается эта бутылочка. Видите, там уже на дне, потому что я очень часто его в салаты добавляю по чайной ложке. И даже сейчас в каше, вот каши утром варю, если, то вместо сливочного масла добавляю чайную ложечку вот этого льняного масла. Очень приятное, не горькое и, конечно же, полезное. Ну, все, коротенькое сегодня будет вот такое видео, буквально вот на пару минуточек решила вам похвастаться вот этой вот красотой. Вдруг вы тоже захотите себе приготовить на обед такую вкусняшку. Кстати, такую вкусняшку можно готовить не только на обед, но и на ужин тоже. Здесь, в принципе, белок и овощи. Все то, что нам нужно. Ну, а капуста, конечно же, это у нас клетчатка, просто необходима для нашего пищеварения. Все, девчата, спасибо, что заглянули, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, поставите лайк. Мне будет очень приятно. А еще будет приятнее мне, если вы этим роликом поделитесь со своими друзьями. Вдруг кому-то тоже захочется немного последить за своей фигурой, немного позаботиться о своем здоровье и приготовить вот такое несложное, вкусное и полезное блюдо. Все, девочки, пока-пока. Спасибо всем, кто сегодня был со мной.